Доброго времени. Хочу с вами поделиться своим опытом по борьбе с борщевиком. Борьба с борщевиком заключается у меня в следующем. Вот канистра с отработкой, с отработанным машинным маслом. И вот шприц гидравлический для жидкого масла. Набирается шприц. И в каждый, вот вчера прошел, скосил борщевик. В каждый срез заливается немножко машинного масла отработанного. В принципе, эффект хороший, помогает хорошо, но проходить все равно приходится несколько раз за сезон. Самое интересное, пробовал многими средствами, такими, допустим, как хлорка, разбавленная соль. Это все не помогает. Хорошо помогают такие ГСМ, как Вайспирит, он не испаряется. Солярка, но солярка теперь дорогая. Раньше я для этого дела закупал солярку и вот так же тоже заливал. Вчера я прошел, скосил борщевик косой. Сегодня прохожу, заливаю. Лучше, конечно, делать сразу, заливать. Вчера я устал, некогда было, потому что за это время, за ночь скопился сок. Ну и не очень так становится удобно заливать. Что сказать, еще добавить? Проходишь вот сезон, вот это вот, если видно мой участок, это уже за моим участком, вот моя живая изгородь, здесь вот много борщевика. В прошлый год я прошел половину вот этого вот места, где вот основная часть борщевика растет, мне хватило 5 литров отработки. Так вот, где я половину прошел, самые большие и крупные стволы залил, в том месте не было цветущего борщевика. Маленький он все равно вот такой останется, от него никуда не денешься. Но цветущего не было. Также еще добавлю, что помогает солярка, Вайспирит. Остальное я пробовал, ничего особо не помогает. Единственное, конечно, да, ходишь, срубаешь, вот его срубишь. Надо потом ходить искать в тех местах, он все равно как бы его срубишь, вот. Он будет, тут вот не видно, он будет маленький, вот такой, сантиметров 40 от земли. Но все равно с цветком. И приходится потом ходить, это ближе уже в июле, секатором все срезать и в сумку аккуратненько и в печке сжигать. Первый год я тоже срубил его. Смотрю, стволы высокие. Только бутоны начинались на нем расцветать. Ну, думаю, ладно, еще бутоны не распустились. Ничего страшного. Нет, у него сока в стволе хватило настолько, что распустились бутоны, отцвели и осыпались. Я в сентябре приехал, смотрю, стволы это самое расцветшие, и все семена осыпаны. То есть теперь я еще прохожу после сруба, ищу каждый цветок секатором, срезаю, сложу в сумку и потом в печке сжигаю. Вот так, в принципе, бороться с борщевиком можно. Но самое, конечно, надежный способ, это я вот давно уже открыл, начиная еще раньше с солярки. Одно время у меня не было солярки. Я пробовал соль, разводил, хлорку, это все не помогает. Солярка, Вайспирит и отработанное масло. Отработанное масло я спрашиваю на сервисах, в автосервисах. У них, в принципе, если у них отопление не на отработке, то дают без проблем. И вот единственный способ, который действительно эффективный для борьбы с борщевиком.